Всем привет! Сейчас я вам расскажу прикольные смешные анекдоты. Не забывайте, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Мать уходит на работу и говорит дочерям: «Доченьки, отец придет вечером, ну 100% пьяный. Вы его разденьте до пояса и уложите, уж точно заснет». Одна говорит: «Мам, ну а почему до пояса-то?» «Ой, ниже пояса змея не стоит». Через час она им звонит и спрашивает: «Ну, как, отец-то вернулся?» «Да вернулся, мам, мы его раздели и выше пояса, и ниже пояса». «А как змея-то?» «Да, мы ее взяли, придушили, яйца поколотили, а гнездо сожгли». Девушка стоит в аптеке, покупает свечи от геморроя. А сзади стоит мужчина и увидел ее покупку. Она так засмущалась. Он подходит к ней, чтобы разрядить обстановку, и говорит: «Красивый у вас подсвечник». Сидит дед в бане, парится. Вдруг заходит три афроамерикоса, раздеваются. Дед смотрит, у одного белый висит, а у двух черные висят. Не поймет, любопытство-то гложет. Решил он у них спросить: «Дорогие афроамерикосы, не пойму, почему у одного белый, а у вас черные висят? Может, какие традиции, ритуалы?» Они ему отвечают совершенно без акцента, на русском языке: «Ох, ну, во-первых, мы не афроамерикосы, мы буровики Сургута, а это Юрка, к нему вчера жена приезжала». Спасибо вам за просмотр. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока.